Сегодня Всемирный день без табака. Он провозглашен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения и отмечается ежегодно 31 мая. Для россиян, желающих бросить курить, работает горячая линия 8 800 200 0200. Звонок по России бесплатный. Минздрав также напоминает, что в 2009 году запущен интернет-портал о здоровом образе жизни в www.такздорово.ру, где можно ознакомиться с методами отказа от курения, поделиться собственным опытом и причинами отказа от вредной привычки, а также поддержать новых участников акции. По данным Роспотребнадзора, в России курение является самой распространенной вредной привычкой. В настоящее время курят 65% мужчин и до 30% женщин.